Ай! Зажали! Зажали! 70 градусов! Как это вообще возможно? Я еще живой! Подъехал к дому, и бизон напнул. Что? Да вы достали меня! Сплю в спокойной обстановке. Спишь? Всем хай! С вами Юджин, и сегодня я буду играть в survival MMO Once Human. Впервые я услышал об этой игре, когда нашел ролик на YouTube с рукастым ногастым автобусом. И меня впечатлило это. И вот, наконец, появилась возможность погамать в эту игру самостоятельно. На прокачанном аккаунте до 50-го левела, между прочим. И спасибо разработчикам за это. И вот я приехал на автобусе на новую заснеженную локацию. Ха, я все-таки дождался автобуса, тот усатый мужик был неправ. И, кстати, я уже хочу жрать. Ну и, как обычно, после долгой дороги. Надо что-то сожрать. Так как это выживалка, здесь придется следить за пропитанием. Опа! А вот и еда подоспела. Евгений, это я, олень из будущего, пришел предупредить тебя, что ты будешь играть в Once Human! Хорошо, а это тогда кто? Привет, Евгений, это я, олень из будущего, пришел предупредить самого себя, что ты сейчас меня умри! Да, я вот как раз об этом и хотел сказать. Вау, бать! А, черт, как пнул жестко! Надо атаковать бизона! Все. Чё это он на меня сагрился? Олень, твою мать! А, да, я еще забыл сказать, что на тебя бизон нападет. Но, кажется, опоздал. Олень из будущего. Ой, опять опоздал! Ладно, я настругал еды. Чё-то тут по крафту у нас есть. Вот, нужно костер сделать. О! Нифига себе мангальная зона. Чё, прям здесь ее на дороге поставить? А чё бы нет? Будут проезжать другие игроки, я буду торговать шаурмой, торговать шашлыками. Вот. Жареное мясо. Вот оно жарится. И вот я забрал мясо. А почему я ем суп? Я сделал мясной суп, видимо. Все, я нажрался как следует. Что по карте? Наш вейпоинт выстроен сюда. Не пойду же я туда пешком, правильно? Я поставлю мотик. Смотри, какой топовый мотик. Я хочу себе. Погнали. Куда там чусь я? Не понимаю, куда. О, здесь холодно. Как-то это будет на меня влиять? Вы скоро замерзнете насмерть. Вот как это будет на меня влиять. Так, ну естественно, как я оделся, не по погоде. Еще на мотике еду, я сдох. Респаун. Ой, хорошо, что я эту штуку поставил заранее. И вообще, что-то снежок пошел. Потому что это обновление «Путь зимы». Большое обновление, новые монстры, сценарии, различные события, куча всего. И чтобы не замерзнуть, нужно будет построить какую-то термальную огромную башню, которая будет греть меня. Ну вы поняли, да? Это и survival, и MMO для любителей survival'ов и для любителей MMO. А еще для любителей, когда все эти жанры смешиваются. Всем вам зайдет. Поэтому качайте эту игру по ссылке в описании. Прямо сейчас она бесплатная. И посмотрим, сможете ли вы докачаться до 50 уровня так же быстро, как и я. Надо что-то скрафтить, что позволит нам избежать хладности такой. Можно построить территориальный терминал. Вот эта штука... Территориальный терминал. И что дает? А, это получается территория, на которой только я могу строиться. О, вот. Сейчас я буду строить себе дом, кажется. Вот фундамент. О, можно летать. Вот так гораздо удобней. Вот, допустим, если дом начнется вот отсюда. Я вижу, что нельзя здесь, но в какой-то момент очень можно. Нельзя построить. Ладно. Пусть будет такой дом, значит. Почему я не могу здесь поставить? Надо было выше начинать. Возможно, из-за палок, из-за ресурсов каких-то. А чё я стал делать какой-то вонючий деревянный дом, если я могу поменять на мрамор? Зачем я там поставил? Обидно. Но в целом и пофигу. Ну, что-то такое. Потом есть какая-то стена. А какая-то стена? Каменная стена. Во, будет красиво сейчас. Только здесь будет с окном. Черт, нельзя построить здесь. Ладно, поставлю тут. Вот будут стены с окнами. Вы же знаете, как хорошо я строю дома, поэтому я сейчас продемонстрирую максимальный дом. Что значит максимальный дом, вы спросите меня? Это дом, где максимально уютно. А уют создается только когда в дом проникает много света. И когда свободная планировка и нету разных комнат, переграждений и прочего. Нам это не нужно все. Разве что нужна вот такая вот интересная конструкция. Я понятия не имею, что это, почему она такое, но мне нравится. А значит и вам нравится. Теперь нужно сделать крышу. Пусть будет зеленая крыша. О, сейчас, погодь, это неправильно я сделал. Крыша должна же быть выше. Вот. Ой, а как здесь быть? Я не знаю, как стыковать крышу. Ну, давай... Блин, неправильно поставил. Ну, я не знаю, как быть теперь. Да...
Как отменить? И вообще, я хотел, чтобы были стеклянные крыши. Нужно больше света. Ладно, это просто в другом месте поставлю. Во. Что-то неправильно. Если сейчас я вот здесь поставлю, то крыша не будет... Будет закончено, погоди. Все нормально. Можно не париться. Слушай, ну... Что я могу сказать? По-моему, очень хороший дом. При дворе есть мангальная зона. Очень удобно. Значит, я выяснил, что можно здесь еще и водяной насос поставить. И можно собирать дождевую воду. Давайте будем собирать ее. Вот здесь, например. Можно поставить манекена. Манекен дворецкий. Будет встречать гостей. Привет, манекен. Что я могу сделать? Допустим, у меня в руках есть бензопила. Просто представим. Я могу начать его резать? Да. И показывается, какой урон. Я буду на тебе зло вымещать. Все, я, конечно, жестко его отымел. Солнечная батарея будет располагаться вот здесь, на крыше. А вот и термальная башня, которую нужно построить обязательно. Нужно storage battery. А что за storage battery? Нужен workbench. Вот advanced supplies workbench. Пусть тут стоит. А вот здесь, на этом workbench. Что я могу сделать здесь? Storage battery. Могу сделать 42 штуки, но мне нужно всего 10. Во, хорош. Наконец-то крафтится. Я думаю, мне нужно немножечко поставить предметов lifestyle для моего стиля жизни. Это, конечно же, кровать. Вот это мой стиль. Кровать возле рабочего места должна быть. Стул я поставлю вот сюда. Кровать будет моим столом, когда я захочу кушать. Я люблю, когда возле кровати есть зеркало. А еще больше люблю, когда зеркало на кровати. Чтобы сразу видеть, в каком состоянии я проснулся. Потом, голова оленя обязательно должна быть, чтобы... Я помнил о будущем. И голова леопарда, чтобы помнить о Данте. И пианино, разумеется. Потому что я работаю и занимаюсь творчеством одновременно. Вот, наконец-то я могу сложить весь свой лут сюда. Поэтому поставлю пару ящиков. Вот, это все, что есть у меня, получается. Надо переместить. Ой, как много у меня всякого барахла. Надо все это убрать. Вот, теперь я могу бегать по-нормальному. Вот, смотри. Deviation. Газочью. 18 левел рекомендуется. Это мне. Мне надо сюда. Где мой мотик? Мотик. Вставай. Поехали. Нормально. Нормально. Ой, елки зеленые. Аккуратней. Ай, кто, блин? Бизон, ты чё, охренел, что ли? Чё ты мой мотик жуёшь? Умри, пожалуйста. Откуда ты вообще взялся? Неожиданно напал. Поехали приключения искать. Я знаю, что я уже могу поставить термальную башню, но еще рано. Ой, стой. Я не могу туда поехать, ведь там тоже холодно. От черт. Ты же так-то. Погоди. Мне кое-что интересно стало, а я могу заехать на эту крышу? Сейчас я такое замучу. Что если мы наберем самую максимальную скорость? Что если? Ладно, продолжай гнать. Красиво было. Есть еще вот такой workbench. Поставлю здесь. Что ты можешь дать? Ага, здесь крафтится оружие, патроны. Здесь крафтится антибиотики, лекарства и прочее барахло. О! Зеркало позволяет себя как-то разукрасить. Пришло время превратить этого уродца в настоящего красавца. Пока он не смотрелся в зеркало, он думал, что выглядел вот так. Но стоило посмотреться, и вот. Вот она реальность. Зря ты смотрел. Тем не менее, я жму подтвердить. Вот она реальность. Твою мать! Ты чё, Бизон, ходишь здесь, слышь? Ты хочешь у меня жить? Он хочет у меня жить. Я все понял. Просто заходи. Ай! Я прощаю. Ай! Я все еще прощаю. Вот! Есть загон. Ну все, ты теперь здесь живешь, понял? А я попью водички. Он принял свою судьбу. Походу, я облажался. Что ж, а я пока лягу, посплю. Я выспался. Давай я тебе сыграю на пианино. О-ху-ху-ху. А теперь давайте попробуем по-нормальному. Thank you.
Спасибо, 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 спасибо. Особенно Бизону понравилось. Посмотрите, как он торопится ко мне обнять. Все, хватит это терпеть. Я сейчас как поем супа из мяса и сяду на свой мотик. Все, пора гнать. Но в какой момент начинается холод? Начнется ли он сейчас? Или меня просто пугают снежочком? Меня просто пугали снежочком, оказывается. Я вообще не мерзну. Ох, мне очень повезло, что я не дохну сейчас от холода. Наконец-таки отправился в путь, и мне совсем недалеко осталось. 500 метров всего. И я что-то увижу, наверное. Воу, огромные кости. Это что за огромный скелет? И там дом. Здрасте. Я прибыл на какую-то базу, что ли? Это какая-то база. И то, что я ищу, находится внизу, 140 метров. Вон, огромная штука ходит. Нам нужно вниз. Значит, поехали вниз. Круто, по горам. Мы не боимся? Охренеть! Четко на ступеньке. Ладно, это было зрелищно по-настоящему. Здрасте. Свалился с небес. И кто такая? Ниса. У нее есть магазинчик. Могу купить какие-то модификации? Наверное, могу. Нет, я не могу. У меня ничего нет. У меня нет денег. Спротлиты нужны. Блин, а мне нет такого. Она все за спротлиты продает. Спротлиты хоть куплю. Могу купить, потому что для спротлитов нужны спротлетиты. Хорошо, как купить спротлетита? Ты дура, не продает спротлетитов. Пошла в жопу. Лоуи. Может быть ты? Так, Deviation. Газочио. Отлично. Рад знакомству, твой друг. У меня тут необычное отклонение. Девиация. Что за идиация? Да я сам не знаю, если честно. Пойди да посмотри. Так, понял. Надо погреться. Чуть-чуть отогреюсь, и будет нормально. Тем временем я получил задание. Девиация. Здесь? В месте, где я подыхаю? Не, ну это какая-то ерунда. Подъехал к дому, и Бизон напнул, сняв последний хп. Попал мне в дыхалку всего лишь навсего. Сейчас восстановлю. Сейчас вернется еще, напнет. Я лучше домой заползу от греха подальше. Давай быстрее. Он возвращается, он очень зол. А я очень жалок. Нет, не подходи. Пожалуйста, я скроюсь в тени. Он мстит, мне мстит. Но мне нравится, у него есть характер, поэтому я не хочу его убивать. О! А теперь-то я упал без сознания. Урод ты, Бизон! О, здесь маяк есть рядом. Надо заценить обязательно. Здесь еще один маяк дальше. Я спускаюсь, в общем... Вот сюда. Надеюсь, не сдохну. Ой, да здесь темно, оказывается. Машина моя сломалась. Но главное, что я жив. Давай посмотрим, что тут. Здесь жутко. О, вот и монстрики пошли. Лампочка, это... Лампочка и стрекоза или оса. Что накинула? Желтый свет. Главное, что не желтый снег. Я понял, что здесь монстры — это немножечко техники, немножечко органики. И все это вместе сплетено. И при том, вот смотрите, просто прожектор. Прожектор с телом человека. Подох. Просто сзади пинаем, не даем ему ничего сделать. Во! Он бессилен. Убил. Ты что у нас такое? О! Чем ты меня кинул? Красиво. Убил красиво. Мне вот интересно, я смогу мотоцикл сделать? Он сломался. Почините в гараже. О, боже мой, как далеко мне придется идти домой. А что за ящик такой светится? Надо позырить. О, это, наверное, какой-то особенный. Weapon crate. Это оружейный ящик. А там внутри, надо все забрать. Я даже читать не буду. Я уверен, что это все классное. А, я вижу. Для этой локации есть задание. Найти чемодан с оружием, с броней и мистический чемодан. В общем, мне нужно будет всю эту локацию зачистить, видимо. И... Как я это сделал? Что это сейчас было? Так. А, нет. Сейчас это не получилось. Ну-ка, как я это сделал? Вот! Так, погоди. Походу, при обычном прыжке так не работает. Нужно с высоты прыгать. Да, точно. Ху-ху-ху. Внезапное открытие. Ну, тогда давай просто прыгнем. Сейчас, я уже вижу. Вон там. На контейнере, да. Есть. Что это? Gear. Снаряжение. Такой сойдет? Да, мне засчитали, задание выполнено, отлично. Это 100 пудов мистический ящик. Посмотрите, какой он мистический. Ну-ка, что это за такое? Фрагмент снежной пантеры. Это какая-то куртка. И я выполнил все задания. Все? Отлично. Я зачистил территорию. А теперь давайте-ка свалим отсюда. После тяжелого дня я посплю в спокойной обстановке. Спишь? Я узнал, что, оказывается, я играю в локации для суперпрофессиональных игроков. То есть вот это все вокруг меня для про. Что?
Да вы достали меня! Одни только зубры делают эту локацию сложной. И что ж вы думаете, я пойду в локацию для новичков? Хрена бы лысого! Я сделал костер у себя дома, прямо на полу. И в доме комфортные плюс 5. И я думаю, самое время сделать термальную башню. У нас уже все для этого есть. Поставил. Вот, все, отлично. Слушай, Бизон, ты давай завязывай. Они просто решили приходить и портить мне жизнь. Как будто бы мне и так мало досталось. Посмотрим, что делает эта штука. Ну, как я и думал, да, данная башня способна наладить погодные условия. Надо исследовать реактор, чтобы разблокировать. Нужны материалы. Руда горячего камня и руда холодного камня. По-моему, я видел что-то похожее возле своего дома. Где-то неподалеку стоял странный камень, который замораживал меня насмерть, если я подходил к нему близко. Вот он! Во-во-во-во, может быть, попробовать все-таки его... Оп. Замочить. Я замочил его, но ничего не получил взамен. И, кстати, есть одно достижение, которое я сейчас вам покажу. Оказывается, согреваться надо с помощью еды. Есть соленый, жареный спайк-томат, который делает тебя невосприимчивым к холоду на 10% в целом. А если еда какая-нибудь пожестче? Тушенка для любой погоды повышает стамину на 30% и сопротивление холоду 30%. Как мне это заполучить? Нужно 2 ледяных арбуза, а все остальное мята. У меня есть мята. А, точнее, она рядом здесь растет, я видел. Санни джинджер, что-то не припомню я. Здесь я сожру один. Получается, вон, 30 минут у меня баф. Может, получится уже начать выполнять задание. Ой, страшно. Стоп, вам холодно, но вы не замерзаете насмерть. Я не замерзаю насмерть. Минус 25 погода, а мне похрен. То есть я сейчас возьму и выполню задание? Или как минимум попытаюсь? Я же не знаю, что меня там ждет. Нам нужно зайти в этот парк. Не хочу с ними сражаться, я лучше побегу. Ты будешь меня преследовать, да? Постоянно его шарики вместо головы. Это как так? Промахнулся. Обида. Это теневой монстр. Нельзя с ним тусить. Я пока еще не понял, как убивать теневых. Главное сделать так, чтобы они тебя не зажали где-нибудь в углу. Вон вход, нам туда нужно. Все, у меня сломался автомат. Этого я не ожидал никак. Получается, у меня сейчас и снайперская винтовка тоже сломается. Как это нехорошо. Ничего не поделать, придется сражаться топором. Сваливаем в безопасную точку. Не смогут зайти сюда? Ща, ребят, погодите. У меня же есть что-то помимо. Во, автоматик есть. Получилось? Все, отстаньте от меня. Я с вами не сражаюсь. Ай! Зажали! Вы что? Я не понимаю, как мне вылезти? Позорно ползу. Ладно, я сейчас вернусь. Воу. Как будто я что-то слышу. Это просто огромнейшее дерево. Там кто-то есть. Там кто-то двигался. О, это огромный какой-то монстр. Я постараюсь не забыть посмотреть того монстра потом. Сейчас важно обратно вернуться в парк и найти свое тело. А вот они все стоят. Надо аккуратненько пройти мимо них. Спите, друзья, спите. Отлично, я что-то забрал. Прошел мимо, они не заметили. Ну, не прекрасно ли это? Девиация обнаружена. Давай поймаем эту штуку. Вот она. Она милая, она не страшная. Давай поговорим. Властелин тумана. Красивое имя. Поговорить. Что это такое? Что произошло? И нам нужно теперь идти еще дальше. Мне главное, чтобы температура не опустилась еще ниже. Сэм Бриджес прибыл. Судя по всему, это враг. Я попробую убить его топором. Посмотрю. Хот-дог. Нет, это нормальный чувак. Его зовут Хот-дог. Прикиньте. О, здрасте. Уэнди, привет. Эй, ты, дружище. Я выгляжу дружелюбно, по-твоему? И я так смотрю на нее. Ну ты и уродина. Сейчас температура моего тела начнет жестко падать. Я думаю, надо бы жестко свалить отсюда. Куда нам теперь? К этому челу после грузовиков полетел. Так, еще одна девушка, зовут Масли, мы с ней говорим. И я такой, ну тут что, все уродины, что ли? У тебя лицо извозюкано. Квест выполнен, наконец-таки! Значит, пора домой. А как хорошо дома, оказывается, да? О, самое время починить свое оружие, которое я сломал. Зубар, мешай мне работать, пожалуйста. Еще ударил меня гнида. А может быть есть что-то из одежды, что способно меня защитить от холода? Я понял, что надо делать. Ставим шкуру оленя и получаем сопротивление холоду на 10. Окей, все, я понял, как защищаться. Только надо теперь найти самую крутую броню. Вот, есть хорошая. Плюс 2,5 невосприимчивости к жаре и к холоду. Это все, что мне нужно. Создаю. Вот она. И еще вот такие штаны. Слушай, кажется, я сейчас продвинусь, наконец-таки. Вот еще перчатки. Капюшон, боты. Также я сейчас прокачаю все оружие.
оружие, почему бы и нет. Деньги есть, это не проблема. А денег дофига, потому что поднялся снизу. Сразу на 50-м левеле начал. Прикиньте. Потому что воля к победе, она сильна. Смотрите на меня, как мне тепло. А кстати говоря, Chaos Weaver. 50-й левел, это что, босс какой-то? Я могу в тебя выстрелить? Оу, 9 хп снял. Охренеть, мне всадили, я уезжаю. Я уезжаю. Мне нужно в укрытие. У меня опять гипотермия. Опять мне холодно. Мне нравится, что я могу прямо отсюда пострелять в него. Дай попробую. Что является твоим слабым местом здесь? Вот где-то тут. О, грудак. Летит. Убегай, убегай, убегай внутрь. Ничего ты не сделаешь. Единственное, что я боюсь, буду так долго его пытаться убить. Что там был иммунитет написано. Я могу хоть сколько стрелять в него, и ничего не будет. У него к этому иммунитет, к сожалению. О, мы сейчас так высоко находимся. И нам еще километр туда. Я предлагаю аккуратненько спуститься по склону. Иначе в объезд ехать очень долго. Умный в гору не пойдет. Умный мотик расшибет. Куда ты сюда? Вон он, чувак стоит. Это что, я должен тебя спасти, что ли? Ну ладно, я захожу. Ща, погоди. Мое следующее задание — это сесть на стул. Ожидайте хот-дога. Смотрите, как нервничает наш протагонист. Я не уверен, что я смогу это сделать. Но я попробую. Все, чувак пришел, я спас его. И вот мы и встретились, мистер хот-дог. Он так улыбается мне, а я, посмотрите на меня. Ты меня не проведешь, хот-дог. Гони бабки. Или знает, что он там хочет от него. А, чем я могу помочь, да. Это его лицо, полное желание помочь. Что теперь нужно мне сделать? Я прячусь. Хорошо. Сейчас кто-то придет, будет осада. Ой. Стреляй, стреляй, они должны взорваться. Бочки должны взорваться. Бочки есть. О, вот еще... Победа! Это был трудный квест. Не, на стуле труднее было сидеть. Я выиграл, я помог. Я уверен, что если я дальше пойду по заданию, то все будет хорошо. Меня в итоге научат делать все, что нужно. Если сейчас я поверну налево, я смогу забраться по склону. А, или мне нужно наоборот спуститься. Благо здесь температура нормальная. Ну, полетели. Фух, молодец, красава, руки длинные. Здрасте. О, блин, это же враги. Подох. Голову. 27 метров под нами. Надо... Ой! Лифт. Я вызываю лифт. Я сейчас куда-то прям очень низко спущусь. А здесь яркие лампы. Выровняли мое лицо. Опа! Какой стрёмный. Но очень слабенький. Я чувствую себя таким мощным сейчас. С одного выстрела. Так, заценить доску. Посмотри, как много всего. Вычисления. Тут ничего нету, птица. Перестать. Снимите фото. Наконец-таки можно использовать камеру. Вот для чего она нужна. Хорошо, сделать. Задача выполнена. А дай-ка я поеду вот сюда, вот в эти места. Так далеко я еще не ездил, и мне пока везет. Температура всего минус 18. Кажись, это что-то новенькое растет здесь. Honeysuckle. Так, это уже хорошо, новые растения появляются. Полярный перчик? Был какой-то согревающий рецепт, я помню. Причем он был завязан именно на полярных перчиках. Есть! Я нашел тебя! Два арбузика, наконец-то. Все, ладно, возвращаюсь домой. Ну что, предлагаю сделать блюдо из арбуза. То самое. Рагу на любое время года. Ну что, сожрем? Теперь я вообще неубиваемый или что? Предлагаю попробовать телепортнуться в эту башню. Там холодно и опасно. Я всегда там умираю. Смотрите, минус 25, а мне насрать. Минус 25, а мне насрать. Смотрите, минус 25, а мне насрать. Мне надо еще посмотреть, что с этой термальной башней. Она не совсем похожа на башню. Бизоны, вы что делаете? Вы что творите? Ладно, я встану вот так вот, чтобы вы меня не трогали. И я вас не трогал. Все, я понял, с башни мы должны все еще собирать эти кристаллы. Я наконец-таки внимательно изучил, что я могу сделать в воркбенче. И нашел хитиум и колдиум. Вот хитиум, например, позволяет получить резист плюс 10 к холоду. А еще я наконец-таки допер, как получать горячую руду и холодную руду. На самом деле все довольно-таки логично в этой игре сделано. Где-то тут была холодная руда. Вот. Чтобы к ней подобраться, ее нужно что? Поднагреть. И тут я нашел, что можно крафтить прекрасные коктейли Молотова. Получай, руда. Как красиво она кричит от боли. Ну-ка. Да! Холодная кристаллическая руда. Все, добыто. Ну, раз тут все в игре так логично, то получается, чтобы найти горячую руду, нужно идти к горячим землям.
А вот здесь вулкан, мне нравится, туда пойдем. Да, здесь 100 пудов будет то, что я ищу. Вижу, вот она. Ну и, соответственно, продолжаем следовать логике. Горячую руду нужно охладить. И я нашел такую штуку, как холодная граната. Бам! Стало немножко холодно. Я могу его добыть. Ну все, все, да. Блин, столько времени потратил. Получайте гребаные руды. Я заберу вас всех. И раз уж я путешествую так далеко от дома, может быть еще дальше заехать? А вот сюда, например. На улице 50 градусов. Я как-то еще держусь. 70 градусов. Как это вообще возможно? Я еще живой. Это что, зиплайн, что ли? Он работает? Это рабочий зиплайн. Ну-ка, погнали. Болтающееся жирное тело. Поднимай меня, зиплайн. Отлично. Я уже близко. Погодите, это что, кладбище, что ли? Это, походу, кладбище. Место, в котором я нахожусь, называется Село 8. Я в каком-то селе. А ты кто такой? Ти-мен. Из того, что я понял, меня наняли как киллера, чтобы убить какого-то чувака в галерее. Это и есть Село номер 8. А, это... типа данжа. Тут можно набрать команду, а можно пойти самому. Признаюсь, я не ожидал, что локация будет выглядеть как реальная галерея. Неожиданно для данной игры. А, здесь пианино есть. Ты чё пианино бьёшь, а? Ну подохни тогда. Так, получается, здесь будет их много, наверное. Да, вот и зал с целой кучей стервятников. Давай попробую в тебя кинуть. Молотовым. Нормально коцается? Ну так. Неплохо. Ой, сейчас предстоит... О! Ба! Подожгли! Отходим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Стреляют огнем! Я ничего не вижу, пока горю! Как же они хорошо поливают огнем! Благо, он не сильно меня коцает. Чёрт, ты отойдите! Просто невозможно стрелять, пока ты горишь. Еще и током! Каким образом? Это капкан! Токовый капкан стоял внизу. Все, это был последний, кажется. Теперь я снова слышу классическую музыку. Маркер указывает на эту картину. Оп! Вау. Здесь очень мило. А это летающие снежки, и их можно примагнитить к себе и швырнуть. Хочу проверить на вас, насколько дамага много дает этот шарик. Ух, ни хрена себе. Ну, конечно, они разозлились на меня за это. О, тебя я добью снежком. Меня снова ведут к картине. Ну чё, заходим. Я снова в галерее оказался, но здесь бардак. Но тут еще одна картина, но она как анимированная. Воу, что происходит? Что происходит? Воу! Какие-то руки полезли, забрали меня в рукастое место. Ну что это у нас? Ты, судя по всему, босс и куча-куча твоих приспешников. Чё, попробуем посражаться? Ну-ка, что если в босса кинуть коктейлем Молотова? Блин, чем это он стреляет? Офигеть, сносит ХП. О, да. Ну все, махач начался. Попробуем завалить его. Это будет... Я вижу, что это будет не быстро. Помимо ХП есть еще полоса брони. Ну, давайте его холодной гранатой попробуем. Иммунитет, иммунитет, иммунитет. Хорошо? Тогда молотов, наверное. Иммунитет. Чё? Блин, он, смотрите... Нет, начинает жариться. Он снял броню. Я снял ему броню с помощью коктейля, видимо. Ой, как долго я буду его гасить. Но я в очень выгодном месте стою. Он почему-то... Так, он пришел ко мне прямо. Надо свалить отсюда побыстрее. Придется в основной зал выйти. Так, что здесь есть? Подожгли жопу мне. Слушай, он, походу, постоянно будет спаунить своих миньонов. Блин, еще и медведь! Нет! Так, адреналин, срочно! Еще и током бьют. Да дайте мне встать, секунду. Жесть, срочно аптечку. Здесь есть снежки. Подохни. Босс остался один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блин. Вот это оружие у него самое мощное. Ну-ка, снежком как ему будет? 3800 снял. И опять он броню одел. И я ее пробил, снежком нужно пробивать. Он еще псин всяких нагнал на меня. Короче, снежки, вот оружие против босса. Вот, хорошо, сейчас я его оголю. Мне надо было побольше ХП с собой взять, у меня всего 6 штучек осталось. Надел броню, снежок в рожу получил. Такое правило. Хорошо, бью. Погоди, стоп, откуда у него броня опять появилась? Откуда броня опять появилась? Черт, я не могу здесь. Лечись, пожалуйста. Не давай в себя попадать, не давай. Мне заново всю броню снимать. Ай, блин. Нет. Встаем, у меня еще есть адреналин. Броню почти снял. У меня всего 3 аптечки осталось. Но выбора нет, закидываем его коктейлями.
Нормально, смотрите, горит как. Уже половину ХП сняли. Это откуда? Две аптечки осталось. А у меня что, коктейли Молотова закончились? Да уйдите от меня, да сколько можно? А, нет! Адреналин. Еще 8 штучек осталось. Но залечиваться там ничем. У меня осталась только одна аптечка. Блин, надо отступить. Все, у меня закончились. Черт. Нет! 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 В сторону! А, блин! Еще один капкан, сразу на два. Я просто так слил ХП. Все, я не знаю, что делать. Просто сражаться, видимо. Еще немножечко иммунитет, ублюдыш. Почему-то боссов стало двое. И какой-то мини-я. Не знаю, стоит ли его мочить или только на этом сфокусироваться. Еще вот эти снежки пускают в меня. И медведь. И вот это еще... Нет. Нет, 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 нет. А-а-а, посмотрите. Черт, добил в жопку. Адреналин. Я не знаю, что мне делать. Боссов стало двое. У меня здоровья очень мало. Надо отойти. Неужели я ничего больше с собой не ношу? Лонг-активатор. Вот, еще одна штучечка есть. Сейчас настолько я напряжен, вы не представляете. Либо он меня, либо я его. А куда его копия делась? Исчезла, что ли? Давай, чуть-чуть. Ага. Он теперь еще и фаерболами кидается в меня. У меня больше не осталось никаких лечилок. Закидываю гранатами. Закидываю снежками. Ошибка и механа. Вот так мало осталось. Еще снежок дайте. Черт! Черт, 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 погоди, 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 погоди! Дай выжить! Дай выжить! Выживай, Евгений! Выживай! Да! О, все! Вот смотрите, сколько у меня здоровья осталось. У меня больше нет лечилок. Так, это что, награда? Странная дверь открыта. Контрол мы не можем сделать, но я могу сделать элиминей. Какие-то артефакты, в общем, я добыл. Победа. Я не могу поверить, я действительно победил. Я прошел данж в соло. Он был очень сложный. Я вернулся домой, пора Так, надо аккуратно просто уйти, чтобы он не согрелся. Черт! Итого у меня 150 холодной и 350 горячей руды. Этого должно хватить с лихвой. Все, отлично. У нас минута осталась и будет разблокировано что-то. О! Нифига себе, башня какая. То есть, получается, с каждым новым таким уровнем я буду делать ее все выше и выше? А, и здесь целая куча различных дополнений, которые мы можем апгрейдить. Распространение тепла. Блин, сколько всего нужно для него, оказывается. Оказывается, у меня есть абсолютно все. Абсолютно все, кроме каосиума. Ага, чтобы этот ресурс добыть, нужно мочить NPC-шников. Я отлучусь ненадолго. Как будто у меня целую вечность не было. Но я все собрал и... Твою мать. Ладно, встану сюда, чтобы он не агрился. Итак, я собрал все. И пора апгрейдиться. 5 минут ждать. Заберусь повыше и посмотрю, как оно будет апгрейдиться. Выживание мне обеспеч... Ай! Да Бизон, твою мать, отвали же от меня. Ты меня вынуждаешь. А ты чё, замер-то, а? В общей сложности я наиграл часов 10, наверное. И большую часть времени я просто втуплял и не понимал, что же мне нужно делать. Ну, потому что это я. Я долго соображаю. Но мне понравилось, что в этой игре механики выглядят довольно-таки логичными. И наверняка, если как следует ее позадротить, то много классных часов, хорошего времяпровождения вам обеспечено. Особенно, мне кажется, если с друзьями играть, будет вообще классно. Поэтому, друзья, качайте эту игру бесплатно по ссылочке в описании. И поддержите разработчиков, поддержите мой канал в том числе. И раз вы лазите внизу под видео, то я надеюсь, что вы нашли кнопочку лайк и подписаться, и все их нажали вместе с колокольчиком, чтобы не пропускать новые видосы и чтобы лайкать новые видосы. Спасибо всем большое, люблю вас всех, обожаю, целую, обнимаю. С вами был Юджин, и всем пять!